Да подобыть. Моя прелесть. Что со мной? Да я падаю. Что за волшебный песок? Я куда-то проваливаюсь. Что мне делать? Что это? Это паутина? Это лава? Нет, нет, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, нет, 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 пожалуйста, пожалуйста, нет, ну пожалуйста, ну не надо, пожалуйста, нет, я не хочу умирать. Всем привет, сегодня я расскажу вам секрет этой ловушки. Заключается в том, что... Сейчас я его отключу. Короче, секрет в том, что тут проведен необычный, это какой? Ну, вообще, тут любая руда можно. Если вы на сервере играете, то вам легко будет это сделать. Вот так вот. Сюда ставим красный факел. Вот здесь вот активируются липкие поршни. Здесь стоят эти... Блин, как они называются-то? Повторители. Тут идет вот так вот сигнал, тут он соединяет этот сигнал, тут переходит к этому, отсюда опять идет вот сюда. Потом. И потом здесь как там. Вот сигнал переходит сюда, соединяет эти два повторителя, и это активируется. Если же мы сломаем вот этот блок, там рычаг падает, так он, а соединение электричества больше не подведено, это поршни сдвигаются, и мы падаем вот сюда. А зыбучие пески, ну, зыбучие пески так делать. Просто надо поверх этого песок поставить вот так вот. Вообще без разницы, сколько ставим, в песок проваливаемся. Это сломать вообще никак невозможно. Это я сколько бью, даже в креативе. Пока я не упаду вместе с песком этим туда. Ну, тут, конечно, есть где-то место такое, когда я могу один раз ударить по этому. Ну, не факт, что я прям на это место упаду. Вот. Если вы на сервере, можете больше глубину прокопать просто. Новички... Ну, паутину, конечно, вы не сможете достать, но за место паутины просто можно это какое-то. Песок поставить, песок потом, когда сюда это доходит, он осыпается. И вы падаете в лаву. Если хотите, чтобы вещи остались, лаву вот эту вот просто вот так вот закрываете. И копаете там 22 блока надо, чтобы человек умер. Без брони. С броней где-то надо, ну, 20, 27 что ли, я точно не проверял. Вот когда это тоже уберем. Еще включим опять обычный режим. Вот так. Потом вот так насыпем песка. Активируем поршни, падаем, и на нас еще песок осыпается, и мы умираем. Я вам сейчас продемонстрирую это. Смотрите. Вот главное, чтобы было два слоя песка. Вот выходим из креатива. Я не подумал, что тут взять сердце, но ладно, сейчас быстренько сломаем. Какой же я забывчивый. Ладушки. Все, мы уже почти сломали. Мы быстрее, чем песок летим, и все. Мы когда падаем, у нас уже там пол сердца что-то остается, и мы уже там точно уже умираем. Вот видите, одно из... Там, когда вот если бы этого блока не было, у меня бы пол сердца осталось. А потом еще там песок на нас падает, и мы сразу же задыхаемся. Вот так работает этот механизм. Подписывайтесь на мой канал. Ой, блин, у меня кошка кричит. Ну ладно, надеюсь, он не очень сильно будет это слышать. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, позовите друзей.